Всем привет! На заводе Lada Ижевск начали выпуск наиболее топовых версий Весты с боковыми подушками безопасности и климат-контролем. Седаны поступят в продажу уже в конце мая, но выпускаться будут небольшими партиями. Все будет зависеть от спроса. А к середине лета на рынок должна выйти Веста с более мощным двигателем. Это будет ВАЗовский мотор 1.8, ВАЗ-21179 с фазовращателем и мощностью 122 лошадиной силы. В июле или августе этого года на рынок выйдет Lada Vesta 1.8. Правда, пока только с роботизированной коробкой передач AMT. Чуть позже появится версия с механикой. От модификации с двигателем Nissan отказываться не собирается, однако старт производства отложен на неопределенный срок. Здесь сыграла свою роль и более высокая цена японского двигателя по сравнению с российским. А купить ее, сохранив конкурентоспособные отпускные цены на автомобили, будет непросто. По предварительным данным, мотор 1.8 добавит к цене автомобиля около 40 тысяч.